Бля, Яндекс, у тебя просто стрельбы нет. Если бы у тебя была стрельба, ты бы классно прям играл. Ну, тебя не так разрывает, но он, конечно, и понимает игру лучше. Но что бы ты ни делал, он тебя просто стрельбой в любой ситуации трахнет просто. Не, 23-0 это не зарандомил. Ну вот я... Ну, вроде нет. Видишь, я... Плюмбеда и Заву выигрывал сильно. А тебе проиграл Intensity. То есть ты, по сути, лучше их играешь. Ну да. Но он просто технически гораздо сильнее нас. Как бы этого уже достаточно, чтобы мы проигрывали полностью. Но мало того, что он технически сильнее нас, он еще и, на мой взгляд, лучший в понимании игры игрок. Нет, не играя с душой как раз. Ну, на мой вкус. Просто как бы не все разбираются в игре, чтобы увидеть эту как бы разницу, эту красоту в игре. Не, в пизду мне, блядь, я не буду сейчас. Я уже две играл, сыграл в игре. Не хочу, блядь. Может быть, завтра сыграем. Ой, нет, блядь, я не хочу. Так тяжело всегда. Так неприятно, да, пиздец.
Меня Яндекс на Intensity разъебал. На капку в игре. Нет, это не был лаг. Ну, ему повезло, конечно, но... И я плохо играл, но он знал, что делать. Он осмысленно все делал, играл хорошо. А ты смотрел что-то? Не знаю, по-моему, ничего не летел. Я во второй половине игры летел, когда я раком поползал. И понял, что не получается, отрыв растет и начал его рашить. У тебя нет души, как бы, в прямом смысле. Но играешь ты. По-моему, охуительно. Не так, как Афи, просто фликаешь шотгана, блять. У тебя стрельба потихоньку набирается, как ты чувствуешь? За полгода или уже не меняется, типа? Или ты угол держишь только, да, выбег? Ну ладно, я пошел репорт делать тогда.
Thank you.